Вот многие дома в Праге такие имеют ширину на три окна, это все согласно старым еще европейским законам. И таких домиков вы можете увидеть довольно много в центре города. Очень нравится мне система люков, довольно разумно продумана. Люки не находятся посредине дороги и никому не мешают. Я купил американо за 50 грамм. 27 крон это один лев. Ходили в туристический центр, там бесплатные карты взяли. Карта транспорта и карта самого города. Здесь бесплатно. Также есть гиды, брошюрки по туристическим турам. Например, мы взяли гид по пивным турам. Так что, если у вас карты нет, мы вам карту можно взять бесплатно в турцентре. Она на английском языке и на чешском. Чешская Шкода. По центру Праги. Нас стучит. Германия не слушал. Мы ползем наверх, королевской резиденции. Здесь брусчатка уже вот такая. Мне нравится. Ну, правда, целый день ходить по ней. Ноги устанут, конечно, по-любому. Во дворе фонтанчик. С водичкой. Мы в дворике чешского парламента. Так здесь красиво. Можно набрать водички попить. Да, люди пьют вроде. Есть информационный центр. Сейчас буду пить чешскую воду. Вот такая тут колонка. Берем ручку. Угу. Подставляем. Пускаем вниз. Я первый раз в жизни вижу столько. Все, подняли. Пробуй на смак. Нормально? Можно пить? Да. Действительно очень мягкая водичка. Да никакого привкуса нет. Ура! Да, я тоже попробую. Мені здається, вона навіть краще, ніж ця панаква, яку ми колись купували. Це дуже скромно. Це не шланг, це труба латунна чи бронзова. Чесно, дуже вона виходить по інтер'єру. Треба, щоб вона була з цього. З бетона чи з каменю. Ми во дворі і чеського парламенту. Супер, зараз будемо слухати лекцію. Здесь теж куча туристів. Газоны, все убирается, все чистенько. Фонтанчик. Цена чешский. Можно сесть на стульчики, все что хочешь. Только, наверное, есть тут, наверное, не отлично. Чешский сенат. Нужно сфоткаться. Смотрите, какая красота. Какие-то боги. Мотивы из Библии. Красиво, действительно красиво. Вон газончики убирают. Thank you.
посмотрите, как чистят газончик. Это все равно, как во дворе Верховной Рады Украины, только у нас там стоял забор, и никогда никого не пускали, пока его пару раз не сломали, не снесли. Будем чистить дерева. Я потом. Стрижені дерева, їх зараз. А здесь можно свободно ходить, можно сесть, пожалуйста, здесь себе. Вот фонтан красивый. Подсветкой даже. Подсвечивается даже фонтан. Видите, фонарь, фонарик. Фонтан со скульптурой. Посредине находится скульптура Венеры и Амура, стоящих на дельфине. Построена в 1599 году Бенедиктом Вузельбауэром. Я вот кумочку. Мужчина какой-то наблюдает, если написано security охрана. Цветочек. Живой. Там живой. Все чистенько. Вот здесь вообще красиво. Здесь такой лабиринт. Газоны. Рыбка, из рыбки плывет. Из рыбки водичка. Стена. Каштаны. Это я не знаю, где же называется, у нас такой не растет. Придется такая штучка. Вот как у них вода. Кран. Плющ везде. Старый плющ взяли. Здесь какие-то ступеньки. Во дворике чешского парламента ходят какие-то птички. Не знаю, как эта птичка правильно называется. На павлин. Цесарка, царская, павлин, не павлин. Я в шоке. Я на них даже не обратил внимания. Кю-кю. Представьте, у нас во дворе Верховной Рады ходили бы курочки. Они кушают что-то. Да, людей реагируют спокойно, но гоняться за ними тоже не надо.
Да, идем к большому фонтану. Все проверено. Карта аттракции проверена. Газончики пострижены, кустики пострижены. Водичка течет, наверное, на меня смотрит какие-то камеры. О, тут фонтан чистенький. Почище, чем предыдущий. Здесь у нас изображены какие-то мужчины. Он бьет дубинкой по голове других мужчин. Фонтан со скульптурой. А вот громадный какой-то пруд, фонтан. И вот здесь плавают уточки. Вова обожает уточек. Вот золотая рыба. Вот у нас здесь такой аквариум, сейчас в компарламенте. Вова, их разводят на камушке, не думаешь, что там? Боже. Золотой карасики какие-то. Они, наверное, подавляют. Это карпы или сомики, я не знаю, не разбираюсь. Жизнь. Большие громадные рыбы. Писающие мальчики и рыбки. И все, что хочешь писать. Камыши специально. А в камышах живут птички. Класс, да. Карась, карась. Сидеть. Это мама с детками. Мама дает сразу деткам, сама не ест. Кормит деткам. Деткам дает держать клюв и засовывать прямо в эти. Там тоже плавает. Где вот? Нет, нет. Это опарыши. Бабушка дает пощипать. Тут камыши, вроде должны быть заросли, но все чисто, все. Их рост регулируется, это чистая прозрачная водичка. Вот пальма. Еще одна колонка пить воду. Вот садовника времени нет. Здесь в парламенте можно работать с садовником и получать хорошую зарплату. И тут надо не один садовник. Там кричат кака, тут кричат качи-качи-качи. А вот целая оранжерея. Здесь выращивают их специально эпикарп. Качи-качи-качи-качи. Качи-качи-качи. И качи-качи. Это же, наверное, не уточки. Это же не качки. Я не знаю. И не курки. Я не знаю. Что. Курки не плакают. Она маленькая, она... Вот она осталась одна, сама. Я иду, она меня боится, выбегает заросли. Там защита. Качи-качи. Все, она смылась. Кустики, за кустиками ей не страшно. А, вот там выставка. Классно, правда, люди? Все равно это показывает. Вот это все чешский парламент. Это представьте нашу Верховную Раду. Еще одна ходит, это павлиниха. Вот же. Они все полноценные жители. Здесь. Вот нам что-то нашло. Долетели, герой совершенно спокойно. Можно, наверное, у меня сесть покататься. Красота, очень мне нравится. Мы сюда зашли совершенно случайно, я посмотрел, написано парламент. И не жалею.
Водичка чи сніхачі? Вот какие-то мухоловки бігають. Вот схема. Такая красота. Вітаємо в чеському сенаті. Welcome to Czech Senate. Приветствую вас в чеському сенаті. Прекрасний туристичний об'єкт, абсолютно безплатно. Даже водичку можна попити. А тепер ми підемо вокруг нього і підемо на Крулевський якийсь резиденцію.